Я розумію, що багато чого про те, що ми кажемо, воно переплітається. І вибори, і бажання-небажання, і відношення до людей, ставлення, ну, будь-що. Можливо взагалі це вирішити на якомусь місцевому рівні? Давайте не будемо казати про ваші перспективи, так би мовити, мерські. Давайте казати про те, що вже певна частина, хоча і дуже мало, людей все ж таки пройшло у міську раду. Я думаю, що будете ви співпрацювати і з Сергієм Танасовим, і знайдете з ким разом. Але у будь-якому випадку у вас ще не було. Я казав Сергію, що Сергій, ти ж у ворожому оточенні зараз. Тобто половина міської ради – це ті люди, просто хто безпосередньо чи опосередковано має відношення до того, що у нас війна. І ось зараз як працювати? Що робити? Будь ласка. Ну, я хотел бы сказать, что многие вопросы действительно зависят от вопросов центральной власти, но есть многие вопросы, которые можно решать и на локальном уровне. К примеру, вопросы проезда. Во многих городах внедряются городские карты, в том числе там есть карта Киянина, там, карта Киянина и так далее. То есть это карта, которая, это пильга, которая получает человек, она идет не перевозчику, а конкретно этому человеку, это адресно. Человек получает свою карточку и заходит в общественный транспорт, оплачивает своей карточкой. Это то, что касается и инвалидов, это то, что касается и участников боевых действий, это то, что касается всех пильговых категорий населения. Поэтому то, что можно говорить, можно долго говорить там, о власти там, и так далее. Нужно здесь некоторые вещи решать на местном уровне. На меня выходила некая строительная компания, которая говорит: давайте, приходите к власти и давайте будем строить жилье для атошников, давайте будем строить жилье для тех людей, которые, я говорю, как? Это все очень затратно. Они говорят, очень спокойно. Есть двух-трехэтажные дома, которые проблемы с крышей. Сейчас новый закон 417-19, который позволяет создавать УСМД уже не для того, чтобы все, когда не все согласились, а только часть жителей, соглашаются, и на этом доме вместо крыши строится мансардный этаж. Это решает проблемы с крышей, это решает проблемы с коммуникациями. Часть квартир продается и покрывается затраты, и часть квартир просто передается этим людям, которые нуждаются в этом жилье. Это трудно, это легко, это просто, просто нужна политическая воля, нужно, чтобы работал нормально ГАЗ, нужно, чтобы нормально работали коммунальные службы. И таких примеров может быть целая куча вещей, которые решаются на низком уровне, они перекидываются, не играются в теннис. Это все виновата центральная власть. Вопросы власти – это вообще отдельный вопрос. Ведь этот человек, который звонил сейчас нам, он говорит, за какую власть вы воевали? А спросите, знает ли этот человек, что власть с моментов прошлых выборов на месте не поменялась? Что люди, которые руководили городом, горсовет, он не поменялся с тех пор? Поменялась центральная власть, поменялся президент, поменялись там депутаты, переформатировались в Верховной Раде. А местные депутаты, кто эти люди? Сейчас мы слышим от депутата, к примеру, от господина Дятлова, который говорит, это все власть. Дружище, а ты кто? Кто ты был недавно? Ты до сих пор еще был до недавнего времени депутатом облсовета. Ты же и был властью. Ты был во власти. То, что ты 2 года не ходил ни разу на сессию, ну это уже, конечно, позор просто. А то, что люди, которые из твоей фракции, те же самые регионалы, то, что они сейчас до сих пор были во власти, это не факт. Это факт, который не требует подтверждения. Вот он есть. Поэтому говорить о том, что вы за какую власть воевали? Воевали за территориальную целостность, которая закреплена в Конституции Украины. Мы живем в стране Украина. А власть, она является лишь тем отражением тех людей, которые живут в этой стране. Ведь на самом деле, да, власть всегда это та власть, на которую заслуживает народ, который живет на этой территории. И те люди, которые создали этот конфликт, те люди, которые говорят, мы вернем в мир на нашу землю. Зачем вы его забрали? Зачем вы создали этот конфликт? А сейчас вы опять рветесь к власти, опять мы видим эти борды, опять мы видим эти обещания.